Кстати, хотелось бы вам рассказать про интересную вещь. Капсула. Вот эта вот капсула. Это вот капсула. Машалла, это очень интересная работа. Ее ставят в аэропортах, на ЖД вокзалах, где люди хотят просто отдохнуть. И это, знаете, эту мысль я постарался, по милости Аллаха, донести до директора. То есть, когда я пришел к нему, к директору, и сказал, вот так и так, мы нуждаемся в хостелах, в Мекке, нет желания покупать целые комнаты, вот хотелось бы какую-нибудь такую маленькую комнатенку одноместную. И я ему стал показывать фотографии. Через какое-то время они заказали вот такие вот капсулы и привезли их, установили. Сейчас они их везде рекламируют. Ну давайте зайдем. Вот сюда посмотрим. Сейчас мы тоже рекламу проведем. Хейдар, мафи мушкиля, а? Ага, нет проблем. Смотрите, вот это реагирует. Это мусорный бак. Он обычно должен реагировать на движение. На движение. Но что-то, видать, он сейчас не работает. Ну, короче, он открывается. Это мусорный бак, бачок. Так, здесь какие-то два пульта. Ну, естественно, наверное, значит, здесь есть телевизор. Это раз. А второе, здесь есть кондиционер. Хорошо, дальше. Дальше давайте посмотрим. Так, здесь, конечно, подушка. Ого. Смотрите, какой-то неоновый прям цвет пошел. Так, здесь что? Ну, здесь время. Потом здесь рассказывает еще какие-то тут цифры. Это надо изучать. Ну, сама эмблема. Гадиетуль Хадж Валь Муътамир. То есть, вот эта фирма. Это известная фирма, которая кормит паломников во время Рамадана, во время хаджа. Когда люди приезжают в Мекку или в Медину, им всегда в автобусе дают пайки такие, сухие пайки называются. Коробки угощения. И вот именно эта фирма, это самая большая фирма в Саудовской Аравии, которая именно кормит паломников. Здесь, значит, у нас сундук улямана. Здесь, значит, у нас что? Деньги можно складывать. Сейф, да? Так, пароль не знаю. Ну ладно. Так, здесь зарядка. Естественно, наушники даже стоят. Интересно. Интересная тема. Интересная тема. Вот это тоже не знаю. Еще зарядка. Потом розетка. Угу. Розетка есть. Наушники. Еще один разъем для наушников. Ну ладно, дальше. Так, вот здесь дверь, да? То есть, если ты хочешь просто отдохнуть, тебе нужно просто закрыться. Ага. То есть, смотрите, закрываемся. Какая фантастика, а? Что за фантастика? Интересно. Так, ну, огнетушитель. Ля иляха илляллах, ля иляха илляллах. Это что такое? Это здесь, конечно, декор какой-то, элементы декора. Вот здесь какая-то вытяжная тема. Где-то здесь прям интересно, холодный воздух идет. Здесь где-то есть кондиционер. Понятно. Понятно. Так, подушки. Две подушки. Вешалка. Хорошо. Так, со светом у нас достаточно это света у нас или нет? Ну-ка давайте покрутим что-нибудь. Вот здесь какая-то тема.